Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей поддерживает законопроект об административной ответственности за пропаганду гомосексуализма среди детей, который планируется рассмотреть в первом чтении 19 декабря, сообщила глава комитета Елена Мизулина, фракция «Справедливая Россия». «Мы будем обсуждать его на комитете 13 декабря и планируем первое чтение на 19 декабря», сказала Мизулина журналистам в четверг. По ее словам, комитет по вопросам семьи, женщин и детей, который назначен ответственным за прохождение данного законопроекта, будет рекомендовать Палате принять документ в первом чтении. «Нет оснований для того, чтобы не голосовать», сказала глава комитета. Она сообщила, что из очень многих российских регионов пришли отзывы на данный законопроект, в которых выражается поддержка документу.